Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на мой канал. Подписывайтесь, будем вместе с вами подавать посылки, товары из Китая. Сегодня у нас не обзор посылочки, сегодня у нас уже распакованная посылка с магазина Primark, тут ссылочка, кому интересно. Нам прислали вертолетик, чтобы мы его с вами разыграли. То есть ножик нам сегодня не понадобится. Посылочку я уже вскрыл, вертолетик открывал, смотрел, тестировал. В общем, сегодня мы его разыграем, и кто-то из моих подписчиков получит этот вертолет. Об условиях мы поговорим позже конкурса, а сегодня будет более такой детальный обзор этой коробочки. В общем, эта коробка является еще и пультом радиоуправления вертолетом. Вот. Вертолет также упаковывается в эту коробочку. Вот такие две защелки. Вот вертолетик сам. И вот шнурочек для того, чтобы заряжать вертолет. Вот эти две, скажем так, бубочки. Это ручечки для джойстика управления. Они вот так вот одеваются. Вот. И вот у вас уже готов пульт. Взлет, посадка, повороты влево-вправо. Вот. Вот здесь вот отсек у нас сзади для 4 батареек. Я поставил аккумуляторы. Вот. И чтобы зарядить вертолет, вам необходимо на самом вертолетике. Есть у нас разъемчик. Есть подсветочка. То есть вертолет у нас с подсветкой. И есть кнопочка включения. Вот раз, и он включился, готов к эксплуатации. Вот. Сразу говорю, в домашних условиях особо его запускать не буду. Чтобы включить вертолет и настроить, нужно вот переключить в режим on-off. Лампочка замигала. Переходим здесь вот в режим A. И, в принципе, вертолетик будет сейчас минутку настроиться. И вот он готов к полету. Сейчас я попробую вот так вот сделать. То есть, видите, он довольно резвый, довольно шустрый. Вот. Вот такой вот вертолет, ребят, будем с вами разыгрывать. Для того, чтобы его выиграть, нужно первое, что сделать, подписаться на канал. Второе, поставить лайк этому видео. Третье, вступить в группу «Китай в Украине». Ссылочка в описании. И главный самый пункт, это сделать репост этого видео себе на страницу ВКонтакте. В общем, вот такие вот 4 пункта для того, чтобы выиграть вот такой вот замечательный радиоуправляемый вертолетик. Конкурс давайте долго затягивать не будем. С момента публикации будет 2 дня, чтобы найти победителя. То есть, поэтому подписчиков на канале немного, это не миллионный канал, поэтому у вас есть шансы, подписывайтесь, принимайте участие и до новых розыгрышей и посылок!